Друзья, всем привет! Сегодня у нас на обзоре такая замечательная эпическая карта, как воздушный шар. Это карта, которая летает по воздуху и атакует только здания, при этом наносит им очень много урона. И воздушный шар достаточно популярен, 10% игроков в глобале его используют. При этом также в топе 1000 10%, ну и в испытаниях больших и классических 7 и 6% соответственно. При этом винрейт в топе 1000 50%, в основном глобале 49%, ну и в испытаниях 50 и 46%. В общем, отличная карта, которой при правильном использовании можно легко побеждать против абсолютно любых колод. Ну и, конечно, несколько советов по использованию воздушного шара, по тому, как им играть, как им защищаться, как им атаковать. В первую очередь, воздушный шар очень хорошо сочетается с дровосеком. Дровосек впитывает урон от вышки, от выставленных карт оппонента, также после своей смерти он оставляет ярость, а под яростью шар успевает творить удивительные вещи, он долетает до вышки гораздо быстрее и при этом атакует гораздо быстрее. Также, друзья, запоминайте противовоздушные карты вашего противника, которые будут мешать шару долетать до вышек. Таким образом, если ваш оппонент выставил одну из противовоздушных карт на одну из сторон, атакуйте по противоположной, так как в данной ситуации у противника будет меньше возможности защититься. При этом будьте готовы прикрыть свой воздушный шар вашими заклинаниями. Также есть прикольная фишка, которая позволяет воздушному шару долетать до вышек гораздо быстрее. Это выставить сначала дракончика, затем воздушный шар, и таким образом дракончик будет толкать его к вышке, и даже вовремя выставленный мушкетер не поможет вашему оппоненту защититься от урона. Также очень хорош в сочетании с шахтером воздушный шар, то есть вы можете заслать его, втанчивать урон от вышки, а затем прислать шахтера к защитной карте вашего оппонента и с помощью разряда переагрить урон от вышки и от защитной карты именно на шахтера. Также если вы будете запоминать противовоздушные карты вашего оппонента, которые он выставляет в защиту от воздушного шара, то с помощью шахтера вы сможете перехватывать их урон, то есть позволять воздушному шару долетать до вышек и наносить такой необходимый и ценный урон по вышкам. Ну а в защите же против этой отличной воздушной карты хорошо справляется и работает фаербол, то есть за 4 единицы эликсира мы можем защититься от основного урона от воздушного шара, но при этом бомбочка, конечно, наносит урон. Ну а если вы играете против оппонента, который защищается фаерболом от вашего воздушного шара, то закиньте либо снежок, либо разряд в вышку оппонента, и таким образом будет серьезный урон по вышке. Отличный контрой к воздушному шару является Тесла. Выставляем ее на 4 клеточки выше края центральной вышки, и таким образом воздушный шар не просто не долетает до вышек, он даже не наносит урона Тесле. И таким образом вы защищаетесь в огромный плюс. Кстати, подобная ситуация наблюдается и с клеткой с гоблином, но так как она не атакует ни по воздуху, ни по земле, ну, сейчас нам, конечно, нужна была бы атака по воздуху, то воздушный шар все-таки наносит урон вышке, правда, это всего лишь урон от взрыва бомбочки. Если же в вашей колоде есть такое замечательное заклинание, как торнадо, и ваша вышка еще имеет достаточно неплохой запас здоровья, начало игры происходит, и идет атака с воздушным шаром, то вы можете при помощи торнадо активировать свое главное здание, и таким образом получить дополнительную вышку, которая очень поможет вам в защите. Одна из лучших, на мой взгляд, карт, которая контрит воздушный шар, это всадница на баране. Она настолько его замедляет, что шар просто не имеет никакой возможности долететь до вышки, при этом противнику приходится защищаться. Ну и, конечно, лучшие колоды с использованием воздушного шара. Выбирайте любую на свой вкус. Ну а, друзья, я хочу вам рассказать, что в конце этого видеоролика мы подведем итоги розыгрышей из предыдущего ролика. Один из моих зрителей обязательно получит пасс-рояль. И также, друзья, для того, чтобы участвовать в очередном розыгрыше пасс-рояля, вам нужно поставить царский лайкос под этим видосом и также написать комментарий, почему вы любите именно Clash Royale, чем вам нравится эта игра. Ну а программа уже сама выберет случайного победителя, которого я объявлю в следующем своем видео. Ну а мы добрались до топ-5 колод лучших, и начинаем мы свой топ с вот такой колоды с заморозкой. И тут у нас куча защитных карт, а в атаку, конечно, у нас дровосек с воздушным шаром. Ну и, конечно, если все приправить это заморозкой, то противнику будет очень сложно защищаться. Ну и давайте посмотрим, как играется на этой колоде. Начинается каточка, копим мы 10 единиц эликсира с моим оппонентом. Выставляет он сразу летучих мышек, ну и за летучими мышками может последовать шахтер, к нему я и готовлюсь.
Но нет, шахтера не идет, просто скинул мой оппонент своих летучих мышек и правильно достаточно сделал. Я не могу ничего сейчас выставлять, так как у меня все карты достаточно быстрые, то есть если я выставлю любую из этих карт, то все размены будут происходить на половине поля моего оппонента, соответственно, они будут в плюс ему, так как там будут участвовать вышки в защите. Ну и поэтому я выставляю пламенного дракона в ответ на его охотника, так как пламенный дракон — это медленная карта. В итоге выставляю также вышибалу после того, как противник закидывал фаербол. Ну а теперь он выставляет спарки, и это очень неплохой момент для того, чтобы дать заморозку, понадеяться на то, что пламенный дракон сейчас убьет спарки. Но у оппонента нашелся снежок, и он с его помощью убил моего пламенного дракончика, и таким образом атака не нанесла того урона, на который я рассчитывал, но при этом у меня больше эликсира, чем у моего оппонента, и я выставляю дровосека в глубокую позицию. Не хочу я сейчас форсировать события, так как понимаю, что у оппонента есть наверняка противовоздушные карты, и сразу же он выставляет летучих мышек, также выставляет банду гоблинов. Защищаюсь я от этого пассивно при помощи дракончика. Ну и помню, что у оппонента еще есть охотник в колоде, а все остальные противовоздушные карты он, по-моему, отдал. И вот он выставляет охотника, и сразу же я пользуюсь этой ситуацией, иду по противоположной стороне воздушным шаром, но у него оказывается инферно вышка в деке. И это, конечно, неприятный сюрприз, но при этом он тратит очень много эликсира, и это хорошая новость для меня. На следующей атаке я могу воспользоваться этим преимуществом по эликсиру. Ну а сейчас до двойного эликсира можно сказать, что я провел всю разведку, запомнил все противовоздушные карты и примерно понял, как мне преодолевать оборону моего оппонента, что мне надо использовать заморозку будет именно на инферно-вышку, и таким образом воздушный шар долетит до вышки в моем идеальном плане и нанесет ей урон. Но мой оппонент и игра заставляют меня действовать по ситуации, поэтому приходится заморозку отдавать в спарки, так как без этого заклинания сложно мне справиться с этими разменами. Ну а в итоге получается все достаточно неплохо, к сожалению, спарки успевает стрельнуть, но это не беда. Уже несется дровосек на всех парах к вышке моего оппонента. Уже использую я торнадо против его летучих мышек. И вот-вот долетит воздушный шар, но нет, у моего оппонента слишком много противовоздушных защитных карт, и останавливается полет героический моего воздушного шара на инферно вышке. Но при этом дровосек как ниндзя успел добежать до вышки и нанести там достаточно много урона. Ну а вышибала спокойненько кидал свои любимые булыжники и также нанес много урона по вышке оппонента. Но теперь мне надо защищаться, и приходится мне здесь отдавать заморозку, чтобы летучие мышки не убили моего пламенного дракончика. Таким образом я справляюсь с этой атакой, но теперь есть проблема в виде спарки. А мне пофиг на спарки, я закидываю просто дровосека, чтобы он получил урон, для того, чтобы дракончик и вышибала под яростью могли разменяться со спарки. Отдаю я также торнадо, но, к сожалению, противник на секунду позже выставляет летучих мышек. Я-то планировал, конечно, именно с ними справиться при помощи торнадо, то есть заранее его скидывал, именно чтобы убить летучих мышек, но противник меня тут переиграл в данной ситуации. Но в целом игра проходит под моим контролем, то есть я не позволяю оппоненту наносить урон по своим вышкам. При этом сам по возможности стараюсь выходить в атаку с воздушным шаром, и, к сожалению, последние, конечно, атаки не заканчиваются успехом, но при этом, опять же, свои вышки я оставляю в сохранности. Очередная атака моего оппонента, и вынужден я снова использовать заморозку для того, чтобы пламенный дракончик справился со спарки. С запозданием выставляет летучих мышек мой оппонент, и в итоге не успевает спасти свою мусорку на колесиках. Иду я в атаку теперь и скидываю варварскую бочку, чтобы она получала урон от инферно вышки. Очень удачно дракончик добивает охотника моего оппонента. Ну и все, мы смяли его защиту таким образом. То есть это такая защитная колода, в которой есть ответы на все виды агрессии. И со всем выжившими картами мы потом переходим в контратаку. И таким образом, если все делаем правильно, то чаще всего побеждаем. Ну а далее новая колода, которую я не видел до этого сезона, с воздушным шаром. И очень интересная, мне она очень понравилась, друзья. Достаточно прикольная, с неплохой защитой и очень крутая идея в атаке, то есть мы по сути выставляем сначала гигантского скелета, затем за ним воздушный шар, а затем против всех выставленных защитных карт мы отдаем торнадо как раз на бомбочку, оставшуюся после гигантского скелета, и таким образом справляемся с защитными картами оппонента. Ну и шахтер, конечно, тоже нам помогает там во всех этих ситуациях. В общем, прикольная, крутая колода, которую я не ожидал даже от нее такой эффективности, и давайте посмотрим. Началась игра с того, что противник выставил печь, я немного криво
выставил Тесла вышку, надо было, конечно, ее на клеточку левее и, может быть, на клеточку повыше, это было бы максимально эффективно. Таким образом, мне не пришлось бы сейчас выставлять своего дракончика, Тесла вышка справилась бы сама с громовержцем, а дракончика я мог бы выставить поглубже, то есть он бы дольше летел к вышке оппонента. Ну а противник выставляет валькирию, валькирия впитывает урон от дракончика. Могу я ответить на это гигантским скелетом? Ну и оппонент сразу же идет в атаку с кладбищем. Выставляю я, конечно же, стражи, ну и идет яд, в итоге очень много урона получают мои стражи, умирают, ну а вышка не получает совсем никакого урона. При этом у меня еще жив гигантский скелет, и я могу переходить в атаку, делаю это с воздушным шаром и закидываю, конечно же, еще шахтера к вышке оппонента и готов дать разряд, если это понадобится. Но этого не надо делать, так как противник выставляет громовержца, ну а мой воздушный шар все равно долетает. Я тут не трачу лишнего эликсира, так как понимаю, что меня вполне устраивает тот урон, который будет сейчас нанесен. Поэтому я предпочитаю обезопасить себя в защите, выставляю Теслу и спокойненько отдыхаю. При этом Теслу я, конечно же, ставлю криво, надо было опять ее на клеточку выше поставить. Друзья, очень редко играю с созданиями, вообще в колоде я не привык ими пользоваться, и поэтому вот такие микроошибочки могут случаться. Но при этом ничего страшного не произошло, я до сих пор выигрываю и могу начинать свою новую атаку из глубины, выставляю гигантского скелета. Противник отвечает ведьмой, и выставляю также дракончика в поддержку, так чтобы он убивал скелетиков и по возможности помогал гигантскому скелету жить подольше, возможно даже разменяться с ведьмой. Ну и противник переходит в атаку по противоположной стороне, достаточно грамотный маневр, вынужденный скидывать туда шахтера и отдавать стражи, хороший урон он успел нанести по моей вышке. Ну а здесь я готовлюсь отдавать торнадо на место, где останется бомбочка после взрыва гигантского скелета, так как противник сейчас выставит громовержца, и делаю это ровно в тайминг, таким образом воздушный шар долетает до вышки, и я начинаю уже побеждать в данной игре. Все, что мне нужно сделать, это обезопасить свои вышки, поэтому я выстраиваю свою защиту, выставляю гигантского скелета, он полностью защитит меня по правой стороне, и есть смысл мне защитить теперь по левой стороне, но я почему-то не руководствуюсь здравым смыслом, я просто иду в атаку еще и по правой стороне. Такое бывает, друзья, когда очень нравится колода, и ты хочешь посмотреть, на что она способна. То есть я хотел посмотреть, смогу ли я снести еще и правую вышку, и да, получилось снести еще и правую вышку, при этом левая вышка также не умерла. Ну а мы переходим к следующей деке, и это колода, которую я неоднократно рекомендовал зрителям моего канала. И она также актуальна и в этом сезоне. Палач, конечно, стал гораздо слабее, чем он был. И, соответственно, популярность колоды также упала, но не особо упал ее винрейт. Также есть мастера игры на этой деке, и она все еще тащит, поэтому почему бы не поиграть и ей? Начинается игра с того, что я скидываю скелетов, не могу я выставлять палача, палач это моя единственная противовоздушная карта. Выставляю я ледяного духа, а противник выставляет гоблина-дратиста. Сразу же иду я в атаку по левой стороне воздушным шаром, и на это две причины. И главная причина это то, что у меня не было подходящей карты в руке на защиту от гоблина с дротиками. То есть мне надо было докрутиться до валькирии. Я не хотел выставлять палача, так как я уже объяснил, что это главная защитная карта в данной колоде, поэтому я пошел в атаку по левой стороне воздушным шаром и даже не надеялся на успех, но при этом была еще и вторая причина, почему я выставил воздушный шар так агрессивно, так как оппонент отдал как раз того самого гоблина-дратиста, то есть он себя уже лишил одной очень хорошей противовоздушной карты, соответственно, можно было попытать удачу, вероятность была и вероятность сработала. Основная проблема в данном противостоянии заключается в том, что у меня нет хорошей карты, которая наносит много урона за свою атаку, то есть раньше палач наносил гораздо больше урона, и королевский гигант не был страшен данной колоде, так как можно было использовать палача, торнадо и вообще не получать урона по своей вышке. Ну а здесь уже палач не будет справляться так хорошо с корогигом, поэтому вот здесь, конечно, стало посложнее играть с новым палачом. Закидываю я шахтера к левой вышке моего оппонента, надо ее добивать, но он, кстати, очень неплохо ловит моего шахтера дровосеком, я даже не думал, что он успеет это сделать, думал, что он запоздал его выставил, но нет. К сожалению, не получилось мне урон нанести. Ну и далее я совершил ошибку, на мой взгляд. Зря вот здесь вот я пошел в атаку с воздушным шаром, так как у противника куча противовоздушных карт, куча эликсира, и наверняка он найдет подходящую, вот так оно и произошло, использовал он гоблина с дротиками, использовал он также разряд, но при этом, конечно, я добью его левую вышку, но в итоге получились невыгодные размены, много эликсира при этом потратил мой оппонент, я это понимаю, и перехожу в атаку по правой стороне прям со всем, что у меня было, но у оппонента оказывается еще и пека в колоде, хорошо, что я выставил еще скелетиков, и в итоге
С Пекой мы разменялись, и еще и Валькирия жива, идет к вышке. Ну а мы уже докрутились до следующего воздушного шара, и мы закидываем его, конечно же, в атаку. Также закидываем Шахтера на предполагаемое место гоблина-дратиста, и отлично это получается сделать. В итоге правая вышка уже умирает. По левой вышке также идет Валькирия к ней добивать ее. Ну, противник выставляет дровосека, мы добьем ее при помощи разряда. И еще один воздушный шар. И таким образом, друзья, как видите, это колода с очень быстрым циклом. При помощи этого очень быстрого цикла можно просто затерроризировать своего противника. Ну, что и удалось у меня в этой игре. Ну и, конечно, не мог обойтись этот обзор без сочетания адской гончей с воздушным шаром. И вот такое сочетание карт, такая колода сейчас очень актуальна. В атаку у нас тут играется адская гончая с воздушным шаром. Ну и по земле у нас очень хорошая защита в виде надгробия и варваров. А по воздуху это, конечно, мега миньон и миньон. И отличные два заклинания, разряд с фаерболом. Начинается игра, 10 единиц эликсира, могу я выставить миньонов, а противник выставляет лучниц. Сразу же я начинаю думать, что это очень вероятно арбалет, поэтому готовлюсь, если что, выставлять варваров вот в такое положение. Но не выставляется арбалет от моего оппонента, поэтому варвары не пригодились, выставил я мега миньона. Противник ответил рыцарем, я понимаю, что он только что отдал лучницу и могу попробовать пробить его с адской гончей. Выставляю адскую гончую, вот так агрессивно начинаю я игру. Оппонент выставляет мортиру, и я достаточно удивлен. Не ожидал я, конечно, увидеть мортиру, но продолжаю оказывать давление, выпускаю воздушный шар, противник защищается при помощи ракеты и делает это очень неплохо. В итоге не долетает мой шар до вышки, и даже бомбочка взрывается, не нанося урона вышке оппонента. Но зато я понимаю, что у него за колода теперь, и примерно представляю, как ее пробивать, примерно понимаю, что у него из противовоздушной защиты все очень слабо, это летучие мышки и лучницы, ну при этом ракета как запасной вариант. И если я все сделаю правильно, то оппоненту будет сложно защищаться. Понимаю я, что из угрозы моей вышки присутствует в колоде противника только мортира. Ставлю надгробие и понимаю, что сейчас я нахожусь в принципе в безопасности и могу начинать свою атаку с адской гончей. То есть нет у меня никакого смысла бояться какой-то агрессии внезапной, быстрой, так как я, уже поставив надгробие, полностью защищен от главной атакующей карты оппонента. Именно поэтому я могу позволить себе играть агрессивно, выставляю адскую гончую. И в этот раз я не выставляю воздушный шар, я выставляю мега миньона и миньонов. Так как противнику невыгодно в данной цели закидывать ракету, то он вынужден защищаться лучницами, но при этом лучницы не вывозят и умирают. И в итоге противник получает очень много урона по левой вышке. Выставляет он экстренно летучих мышек, а я ловлю его на этой ситуации, по правой стороне атакую воздушным шаром. Использует мой оппонент торнадо, я и не знал, что у него в колоде есть торнадо, для меня это стало сюрпризом, и выставляет также лучниц, таким образом защищается, но при этом бомбочка наносит урон. Надо добивать его левую вышку, не хочу я тратить туда фаербол с разрядом, поэтому иду очередной атакой с адской гончей, тем более сейчас двойной эликсир, я смогу ее максимально поддержать. Выставляю я мега миньона, также я распределил свои заклинания, решил, что разряд буду отдавать в летучих мышек, это я и делаю, и решил, что фаербол, если оппонент выставит лучниц, также отдам в них, и это я также делаю. Противнику очень сложно от этого защищаться, он тратит кучу эликсиров. Я понимаю это, иду просто в атаку еще по противоположной стороне с очередной адской гончей, так как понимаю, что левую сторону я уже по-любому убью. Ну и происходит то, что левая сторона умирает от одного из щенят, появившихся из гончей, а правая сторона также бы умерла, но, к сожалению, время заканчивается, и таким образом я побеждаю в данной игре и рекомендую данную колоду. Ну а мы переходим к финальной колоде данного видеообзора. Вот такая дека, она сейчас самая популярная из колод с воздушным шаром. У нее очень высокий винрейт и при этом быстрый цикл. Все, что необходимо, хорошая защита и хорошая атака. Тут у нас целых 3 мини-танка, способные впитывать урон перед воздушным шаром. Это и ледяной голем, это и варвар из бочки, и, конечно же, это шахтер. То есть, атакуя этой колодой, очень высока вероятность довести воздушный шар до вышки вашего оппонента. Ну а у нас тут начинается игра, и накопив 10 единиц эликсира, я скидываю шахтера к вышке оппонента. Он отвечает летучими мышками и также выставляет в атаку бочку со скелетами. Я начинаю задумываться, что это за колода, и мне кажется, что это мега рыцарь. Приходится мне отдавать снежок, так чтобы он убил двух летучих мышек, которые почему-то не захотели лететь в моей башне бомбежки. Ну а оппонент выставляет ночную ведьму, и я понимаю, что нет, это не мега рыцарь, это скорее всего теперь, я думаю, голем. Голем и возможно, что голем с клоном, так как у него присутствует бочка со скелетами, и она очень хорошо клонируется. Так же, как и ночная ведьма, так же, как и сам голем.
голем. Поэтому играть мне надо осторожно, выставляю я своего ледяного голема, чтобы он впитывал урон. Ну и мой оппонент тут очень агрессивно играет, выставляет он и банду с гоблинами, и летучку. От всего этого я защищаюсь и понимаю, что сейчас могу переходить в атаку, так как оппонент отдал очень много эликсира. Иду я в атаку с воздушным шаром и также с шахтером. К сожалению, воздушный шар я рановато выставил, и поэтому он много урона получил, но при этом долетает он до вышки оппонента и наносит достаточно неплохой урон, при этом мушкетер еще успевает разменяться с ночной ведьмой, и все очень даже неплохо для меня складывается. Правда, я думаю, на двойном эликсире мне будет гораздо сложнее. Ну а сейчас я коплю эликсир до 10, противник, кстати, выставляет по правой стороне своего голема, и я решаю, что сейчас буду защищаться, не буду тратить эликсир на контратаку, выставляю башню-бомбежку, и так как я предполагаю, что у оппонента есть клон в колоде, то я думаю, что у него нет тяжелого заклинания типа молнии, он не сможет убить мою башню-бомбежку. Также я был готов ее прикрыть при помощи ледяного голема, именно это я и сделал после того, как противник выставил летучку. Также выставил мушкетера, чтобы он убил эту самую летучку, и в итоге идеально можно сказать, что защитился. Можно переходить в контратаку по левой стороне, у меня достаточно много эликсира, при этом я рассчитываю, что по правой стороне я защищусь просто при помощи бочки с варваром. В тот момент, когда взорвется бочка со скелетами, так я и делаю. Но воздушный шар долетает до вышки, и сейчас бомбочка взорвется, таким образом я буду лидировать в данной игре, и все, что мне нужно будет сделать для того, чтобы выиграть, это просто отзащищаться. А в этой колоде есть абсолютно все для успешной защиты. Это и быстрый цикл, и башня бомбежка, и мушкетер, который является отличной защитной картой. Клонирует мой оппонент свои бочки со скелетами, и это ему не помогает нанести много урона. Чуть-чуть урона он, конечно, нанес, но недостаточно для его затрат по эликсиру. Защищаюсь я от очередного голема с летучкой, с ночной, то есть сейчас мой оппонент, конечно, выстроил уже серьезную атаку, но мне, в принципе, все равно, я тут уже просто выкидываю весь эликсир, понимая, что мой оппонент уже не успеет никак добить мою вышку за оставшееся время. В общем, крайне крутая колода, очень мне понравилась, из всех колод с воздушным шаром рекомендую я ее в первую очередь. Ну а мы разыгрываем пас-рояль, как я обещал, победитель у нас Алексей Малков, и Алексей, напиши мне ВКонтакте, ссылка будет под этим видео. Ну а если вы не выиграли, друзья, то не расстраивайтесь. До Нового года, как я обещал, в каждом своем видео я буду разыгрывать пас рояль. То есть у каждого есть возможность выиграть. И, кстати, шансы гораздо больше, чем в какой-нибудь лотерее. Спасибо за просмотр, друзья, и до новых встреч. Всем пока!